Привет, как дела? Сегодня мы попробуем приготовить вот такие вот десерты. Желе манго-персик и панна-котта, мой любимый десерт в Лондоне. Купила их в перекрестке по скидке и решила попробовать. Берем два пакетика. Доктор Бейкерс, желе манго-персик. Тут надо 200 миллиграмм молока и вот эту смесь довести до кипения и все вместе перемешать и залить в формочки. И панна-котту, тоже доктор Бейкерс. Тут надо 300 миллиграмм молока и 200 миллиграмм сливок. И с этой смесью тоже вскипятить и все перемешать. И положить в холодильник на 4-5 часов. Я обычно на ночь кладу. Утром уже можно есть. 300 миллиграмм молока. Молоко. Правда, написано 2,5%. Но я по скидке в Редьюсе, в перекрестке купила по 49 рублей. Берем кастрюльку и насыпаем... 3,2%, правда. Но ничего страшного, будет пожирнее. Наливаем 300 миллиграмм, это где-то 1,5 стакана. Как всегда, все на глаз. Ну, где-то так. Также берем сливки, 20%. И тоже наливаем в эту же кастрюлю. Это мы делаем панна-котту. И ставим на огонь. До кипения доводим. Так как я привыкла в Лондоне есть с карамелью панна-котту, я решила добавить вареной сгущенки. Пока она закипает, пусть прокипит вместе, чтобы был привкус карамельки. Хоть какой-то привкус карамельки. Так. Тоже начинает подкипать. Так, ну вот оно доходит до кипения. В принципе, можно уже потихонечку засыпать саму смесь. И постепенно помешивая, высыпать все. Довести до однородной массы. Вот так. В принципе, эту смесь, наверное, самим можно готовить. То, что тут всего лишь сахар, желатин, ароматизатор. Вот и все. Может содержать следы молока, глютена, горчицы, сои, яиц, кунжута и орехов. Но это не обязательно. И все это помешиваем, перемешиваем. Вот такая вот консистенция получается, немножко с окрасом сгущенки вареной. Нормально. То, что я люблю. Так, теперь будем готовить желе. Оно тоже на молочной основе с привкусом йогурта. Итак, желе со вкусом манго и йогурта. Менее сладкое по сравнению с желе со вкусом вишни, клубники и так далее, того же доктора Бейкерса. Для этого нужно 200 миллиграмм молока довести до кипения. Так, наше молоко наливаем 200 миллиграмм, довести до кипения, ставим на огонь, уже почти дошло до кипения, засыпаем эту смесь желе манго персик со вкусом йогурта. Ну, такая желтенькая масса получается. И надо мешать в течение 2-3 минут. Ладненько, постепенненько, чтобы все растворилось. Вот такой вот желе манго-персик. Вкусняшечка. Так, все до конца вытрясем. О, как вкусно пахнет. Надеюсь, и вкус будет такой же. Так, вот такие вот смеси у меня получились. Это панна-котта с таким розово-шоколадным цветом. А это манго-персик желтоватый с
цвет и уже почти однородная масса. Оставляем остывать. Молоко тоже немножечко подостыло. Так. С плиты снимем и эту уберем. И теперь надо нам найти формочки, где-то тут у мамы были. Так. А вот, по-моему, вот здесь. О, это я покупала сливочные десерты когда-то и оставила на то, чтобы готовить себе панакоты. Вот такие маленькие баночки очень пригодятся в моем сложном деле. Ну, а эта банка, как всегда, в мамином стиле. Купленная в Лондоне где-то. Vintage Masons Utensils Original Brand. Я даже не знаю, что это было. Не написано. Ну, у меня все в таком стиле. Вот это Butterbox. То есть для масла, pepper, salt. Homemade. В общем, у нее тут целые запасы каких-то семечек. Сахар, специи. О, и мой стаканчик из Диснейленда. И всякие еще баночки с разных выставок. Ладно. Ну и будем разливать в эти формочки нашу консистенцию. Итак, наливаем в формочки большой ложкой еще не совсем остывшую панакоту. Вкусняшка вот такая вот получается. Отлично. Ну и остатки можно так слить. Панакота готова. Ну и теперь разливаем манго. Не буду, так попробую налить. О, отлично, первая пошла, вторая пошла и третья. Вот эта третья пошла. Вот такие вот порции получились интересные. Чуть-чуть подостынет, уберем в холодильник. Пока так вот немножко, чтобы не мешало. Тут, в принципе, готовить сейчас уже ничего не собираемся. Но пусть стоит, ждет своего момента отправки в холодильник. Завтра будем пробовать. Ну что, вот так вот я установила в холодильнике свои десерты. Сейчас будем пробовать. Это панакота. А это желе. О, желе не застыло. Какое-то оно не очень. А панакота, ну, тоже ничего. Да, я думала, видимо, я больше молока налила. Ладно, попробуем. Итак, пробуем наши летние десерты. Панакота и желе манго-персик. Желешка. Ну, ничего, так вроде бы загустело. Сладенькое. Такой приторный вкус персика. О, а это прямо хорошо загустело, панакота моя. Вот это не такая сладкая, как это. Это лучше. Вот такой вот он у нас кусочек. Ням-ням. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч. Челся, будешь желе? Желе будешь пробовать? Вкусно? Нет? Давай я тебе сейчас дам ложечку. Попробуешь. Вкусняшечка. Ну-ка. Ой, это хорошо. Вкусняшка. Ну давай не с ложечки, а вот так с пола. Ну-ка. Челсику нравится желе. А маме не понравилось.
А панакоту хочешь попробовать? Жарко, жарко, Челсику вот такую вот моей мокрушечку на животик повесили. Ходит она теперь вся такая модная. Да? Нравится тебе, модняшка? Челси, а панакоту будешь? О, это тоже что-то вкусненькое. Подожди, я тебе ложечкой отковыряю. Вот такая вот мямняшка. Панакота, панакота. Хочу панакоту. На тебе вот сюда. На коврике не кушай. О, какая панакота вкусная. Еще хочу. Ну давай, еще отковыряем тебе ложечку. Иди вот сюда. Я эту хочу все съесть. Ну ладно, дай мне хоть эту. Вкусняшка, вкусняшка, вкусняшка. Понравилось, Челси? Челсику понравилась моя панакота. Ай, ты у нас какая в кожаном пальто. На, вот еще вот, смотри, свисает. О, вкусняшечка. Ням-ням-ням-ням. Челсик вся в меня, любит сладенькое, да? Да, моя крошечка. Ну все, хватит.